Пленарное заседание третьего форума регионов Беларуси и России началось в Минске. Участие в масштабном мероприятии примут президенты Беларуси и России. Александр Лукашенко выступит перед участниками форума, а после пройдет встреча с Владимиром Путиным. Во Дворце Республики работает наш корреспондент Алексей Адашкин. Алексей, здравствуйте. Что у вас происходит прямо сейчас? Добрый день, Евгений. Все участники представительного форума регионов Беларуси и России уже собрались здесь, во Дворце Республики. Примерно час назад началось пленарное заседание. Если на первой такой масштабной конференции, которая прошла 2 года назад в Минске, обсуждали аграрную политику, на второй конференции в Сочи в прошлом сентябре в центре внимания была уже промышленная кооперация, то сейчас в Минске на третьем форуме регионов главная тема – это развитие социальной сферы. Но, конечно же, вопросы экономики, они красной нитью проходят через вот все те обсуждения, которые уже были или которые еще только будут сегодня. Вообще стоит отметить, что форум регионов в свое время инициировали верхние палаты парламентов Беларуси и России. Именно сенаты являются органами регионального представительства. Поэтому модераторами обсуждения здесь во Дворце Республики являются председатель Совета Республики Михаил Мясникович и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. В Минск для участия в форуме прибыли делегаты из 43 российских регионов. В их числе 13 губернаторов и 3 председателя правительства. Некоторые из них впервые прилетели в Беларусь. Накануне они посетили наши промышленные, образовательные, сельскохозяйственные и культурные объекты, познакомились с лучшими образцами белорусской продукции, которая таким образом наверняка сможет быстрее попасть в торговые сети российских областей. Итогом форума станет и подписание внушительного портфеля с контрактами. Эта церемония состоится примерно через час. По предварительным подсчетам, общая сумма коммерческих соглашений может превысить 300 миллионов долларов. В прошлом году товарооборот между Беларусью и Россией в денежном выражении просел, поэтому роль форума регионов, в том числе и в активизации совместной торговли. Оживление в этой сфере напрямую повлияет и на решение социальных вопросов. Во Дворец Республики сегодня прибудут президенты Беларуси и России. Стоит отметить, что это будет уже 4-я по счету встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в этом году. Как не раз говорили здесь на форуме регионов, именно тесная координация действий Беларуси и России, она помогла нашим странам вот смягчить те негативные последствия изменений на внешних рынках. И вот межрегиональное сотрудничество, которое обычно называют фундаментом наших отношений, оно должно стать все-таки локомотивом, который сможет продвинуть вперед нашу взаимную экономику. Совсем скоро к прессе должны подойти Михаил Мясникович и Валентина Матвиенко. Они озвучат некоторые предварительные итоги 3-го по счету форума регионов Беларуси и России. Мы будем держать вас в курсе всего того, о чем говорят здесь, во Дворце Республики. Евгений. Спасибо. Из Дворца Республики о пленарном заседании форума регионов Беларуси и России рассказал Алексей Адашкин. Подробности встречи президентов смотрите в нашем следующем выпуске.